Всем привет, с вами Лилия Донскова, и сегодня мы будем тестировать новое масло, восстанавливающее для волос, серии Элио. Серию Элио я вообще очень люблю, я ей пользуюсь уже год, и испытываю полный восторг, но новинка масла сейчас будем вместе с вами пробовать. Только сегодня его получила. Мне что понравилось, стеклянный флакон, флакон очень большой, с дозатором, с таким удобным, и рекомендуют наносить буквально 2-3 капли. Сначала идет воздушная пробка, и вот оно пошло масло. Ой, ой, оно с распылителем. Вот так вот наносим, и масло наносим на волосы. Рекомендуется носить на волосы где-то средняя часть и кончики обязательно. Ну, так как у меня волосы очень длинные, мне кажется, можно даже больше взять, по ощущениям. Так, да? Чуть больше я. Люблю волосы, чтобы были напитанные, увлажненные. Какой эффект должен быть? Ну, естественно, это восстановление после окрашивания, сушки волос. Напитываются, масло очень хорошо впитывается, пахнет классно. И это масло рекомендуют использовать также для массажа кожи головы. Но, естественно, после массажа нужно будет смывать масло. Когда мы наносим на волосы, то смывать не надо. Оставляем до полного впитывания. И хочу вам сразу показать, как будут расчесываться волосы. Да, вот они сразу. Вот. Вот это кайф. Потому что они длинные, очень сильно путаются. А сейчас они прям вот бегут под расческой, даже не цепляются. Все, супер. Я довольна. Рекомендую вам всем, кто хочет ухоженные, красивые, длинные, блестящие волосы, пользуйтесь серией Элио от Oriflame. С вами была Лилия Донскова. Если видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе всех новостей. Пока-пока!